Сегодня в этот клуб может попасть абсолютно любой желающий. А еще год назад в этом закрытом помещении были голые стены и куча строительного мусора. В этом клубе никогда не будет оглушающей музыки и барных стоек. Свой досуг ярославская молодежь здесь проводит интересно и, главное, культурно. Интеллектуальные игры, дебаты, турниры по настольному футболу и компьютерным играм – лишь малая часть деятельности уникального молодежного пространства. Это мы к этому относимся как к Дому культуры. Советскому Дому культуры, но которому придали современный облик. Это творческое пространство, где молодежь обменивается идеей, где молодежь создает, где молодежь общается, созидает. Одновременно в клубе проходит сразу несколько мастер-классов. К примеру, изготовление из бумаги открыток в современной технике скраббукинг. Это новогодние открытки, то есть они забирают их с собой домой и потом подарят им своим близким. Другие в этот момент увлеченно мастерят новогодние украшения. Мы делаем такие вот корзиночки, они яркие, добавляем дерево, новогодние игрушечки, ленточки, мишуру. Кроме залов досуга, в клубе организован и региональный штаб. Здесь каждый желающий может предложить свою идею по развитию города, региона или даже страны. Помещение, где принимаются все решения, относящиеся к нашей проектной деятельности, где мы разрабатываем и создаем проект. Выходя из регионального штаба, мы попадаем в клубную комнату. Здесь кухня, настольный футбол и большая зона отдыха. Двери клуба открыты абсолютно каждому, будь то группа друзей или целая общественная организация. Мы приглашаем абсолютно всех людей, всю молодежь. Простой пример. Приходят студенты, говорят, вот мы готовимся к дню первокурсника, а заниматься негде. Мы говорим, да, приходите, договорились по дням, занесли это в график, люди приходят и танцуют. Подобные пространства уже успешно собирают активных представителей молодежи более чем в десятке городов России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Хабаровске и даже Владивостоке. В планах создания таких клубов в каждом регионе страны. Дарья Смирнова, Денис Лосев. День в событиях.